сейчас мы попробуем выкопать один куст и показать, что у нас выросло. Как видно, клубни округлые, хорошей правильной формы, с ярко-желтой кожурой. Сорт собственной селекции компании «Фотагро» и Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха «Садон» хорошо себя чувствует на просторах Ставрополья. В условиях жаркого и сухого климата остинский картофель дает хороший урожай. На предприятии «Ирика» «Садон» возделывают второй год. Возделывается в предприятии на площади 53 гектара. Данный сорт зарекомендовал себя как высокопластичный сорт, урожайный, с высокими товарными потребительскими качествами. На сегодняшний день средняя урожайность по хозяйству составляет 46 тонн с гектара по данному сорту. «Садон» отличает и высокая устойчивость к заболеваниям и вредителям, говорят специалисты предприятия. В этом году площади, на которых возделывается сорт, значительно увеличились, так как картофель хорошо себя зарекомендовал. Можно смело рекомендовать данный сорт к производству в условиях Ставропольского края и юга России. Из компании «Садон» уходит в розничные торговые сети. Объем производства этого сорта картофеля на предприятии планируют увеличить. География поставок качественного семенного материала из Северной Осетии расширяется. Так, компания «Фотагро» в этом году реализует пилотный проект. Сорт «Садон» направили в Астраханскую, Пермскую и Тульскую области поставщикам сети «Магнит» для пробного выращивания.